Всем привет! Меня зовут Валентина, и этот YouTube-канал сделан для тех, кто хочет выйти успешно замуж, кто еще не нашел свою любовь, свою вторую половинку и находится в активном поиске. Все темы, которые мы будем рассматривать здесь, очень полезны. От знакомства и как произвести первое впечатление на мужчину до манипуляции. Они взяты из NLP-практик, что я, так сказать, не люблю, но все равно это нужно знать и нужно уметь, потому что первые несколько свиданий, они особенные. Неважно, где вы хотите познакомиться с мужчиной, брачное агентство, сайты знакомств, на улице, в ночном клубе. Все темы, которые мы будем рассматривать, помогут вам познакомиться так, чтобы мужчина хотел вас видеть снова и снова. Я работала и работаю директором в брачном агентстве, поэтому у меня есть багаж такого опыта, как девушки знакомятся, как они ведут себя. И в то же время я знаю, каких девушек мужчины выбирают, и хочу этим поделиться. А вы, дорогие девушки, старайтесь окружать себя мужчинами. Будут это, не знаю, какие-то тренинги, семинары для бизнеса. Там, кстати, всегда присутствует большое количество мужчин. Либо же ищите работу, где много мужчин. Знакомьтесь через брачные агентства, почему нет? Регистрируйтесь на сайтах знакомств, это тоже эффективно, потому что ведь мы, девушки, наш успех на 90% зависит от того, насколько успешно мы вышли замуж, насколько хорошие у нас отношения. Конечно, я буду привлекать профессионалов, психологов, сексопатологов, которые раскроют очень-очень интересные темы и поделятся своими навыками и знаниями. И не нужно забывать, что хорошие отношения и замечательный секс будет делать нас счастливыми, красивыми и здоровыми. Для тех, кто не имеет возможности ходить на семинары, у кого нет времени, нет денег, пожалуйста, смотрите мой YouTube-канал, получайте это образование, находясь дома, занимайтесь своей личной жизнью. Следующее видео будет о типах брачных агентств. К сожалению, на Украине брачные агентства сделали себе очень плохую репутацию, но я хочу сказать, что не все агентства плохие, и каждое агентство по-своему полезно для девушки. Даже если они будут зарабатывать там, на вас много денег, вы даже знать не будете, все равно для вас это возможность найти мужчину. Обязательно регистрируйтесь в моем брачном агентстве.